Привет, ребята, слушайте, офигеваю я вот здесь в Индии от капитализма, да, местного. Расскажу вам одну историю. У меня закончилась зубная паста, я пошел сюда в ближайший магазин такой, самый задрипанный, в общем, магазин ближайший, купить себе зубную пасту. Захожу, там порядка 6-5 разновидностей зубной пасты, в том числе вот такая, смотрите, да, казалось бы, Dento Bass, Dento Бас, да, Dento, зуб, бас какой-то, вот, и написано здесь с натуральным табаком, и еще и с ментолом, и гвоздикой, вот, я на радостях думаю, ух ты, интересно, какой-то, видно, зубная паста с табаком, какие-то листья табака там, наверное, думаю, интересно, попробую, и с ментолом, и с гвоздикой, такой, вообще не подозреваю совершенно, я прихожу, иду, оказывается, если близко посмотреть, вот здесь вот написано, что это продукт табако, крими снув. Значит, капиталист, собака, дошел до того, что он просто перемолол табак, вот, и вот в виде вот в такой штуки сюда ее просто засунул табак. В общем, здесь, если я вернулся к этому, к продавцу, говорю, брат, это вообще никакое отношение к зубной пасте не имеет. А он руками разводит, говорит, здесь все на коробочке на английском написано. Представляешь? Он говорит, я типа не понимаю. Написано Dento, я типа положил вот здесь. Ну, я решил сохранить, чтобы вам показать. Так вот, в составе табака Snuff Powder, то есть порошок табака нюхательного, глицерин, сорбитол, гвоздика и ментол. А, в общем, используют точно так же, как нюхательный табак, но в креме. В общем, если не использовал табака, использую. Если ты не использовал табак до этого, начинай с небольшого. В общем, выплевывай все это, не глотай. В общем, прикиньте, до чего дошел собака-паразит-капиталист. Вот, я думаю, ну а что не попробовать, елы-пал, раз уж купил 150 грамм гадости, перемолотый табак, который людям пытаются зафигачить, в общем. Вот, выдавливаешь, получается такая гадкая колбаса из табака. Вот, ну что, попробуем, да? Что это такое, в общем, короче. Вот, в общем, давайте попробуем на загубу. Как зубная паста на вкус, вот, ментол чуть-чуть слышится, ну вот как будто реально, может быть просто это настолько я психологически уже, в общем, очень похоже на зубную пасту на самом деле по вкусу. Фу, ля какая, на пальце какая гадость, блин, черная. Вот, очень щипит, фу, слюни коричневые становятся. Вот, эффекта пока никакого я не чувствую. Обычно табачный эффект такой, тебя поджимает чуть-чуть, да, вот как от крепкого чая. Я честно признаюсь, я иногда табак жую. Вот, когда очень-очень устал, такой, знаешь, там если добираешься, едешь от одного места до другого и боишься не проспать, к примеру, свою остановку, берешь чуть-чуть табака под за губу, и тебя чуть-чуть так, как крепкий чай. Ну, редко очень. Вот. Что за фигня? Непонятно, в общем. Эх, все теперь. Ай, а пахнет как навоз. Блин, я. Может это навоз? Мама! Я, может быть, какую-то какашку съел. Ужас вообще. В общем, вот такой вот капиталист, ребята. Вот, смотрите. Dento Bag. Или Dento Bag. Да? Вот так получается. Dento Bag. А так и получается Dento Bag. Я сейчас, наверное, дал вообще какую-то идею русским, наверное, каким-нибудь этим, да, предпринимателям каким-то. Обязательно появится такая ерунда. Вот. Жалко, что все эта штука продается. Мало того, что она вообще продается, елы-пал. Так она еще продается в разделе гигиенических различных принадлежностей, потому что на хинди написано только название. Вот. И все, вот тебе, пожалуйста, на английском. Представляете, да? Вот до чего дошел собака-капиталист в наше время, да, в период чего? Перепроизводства, ребята, кризис перепроизводства, всего до хренища, господи, прости за это слово, вот, и капиталист уже до того уже дошел,
что уже табак жевательный или вообще просто любой табак уже под видом зубной пасты засовывают покупателям. Фу, господи, какая гадость. Пошел очистить зубы. Вот, просто интересный факт. Вот, вообще, может быть, кому-то тоже будет интересно. Все, ребят, давайте, пока-пока. Не используйте табак. Он очень-очень addicted. К нему очень-очень сильное привыкание, на самом деле. Все, давайте, пока-пока.